Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я должна сделать самый быстрый из возможных макияжей, потому что через буквально 10-15 минут я уже должна выйти. И пока я буду делать, я буду рассказывать вам, какими средствами я пользуюсь. Такие легкие покраснения. Буду я использовать визин. Я уже показывала вам, как экспресс-метод избавления от красных пятен на лице. Далее CC-крем от Avon. Хорошее средство, очень тоненько дает покрытие. И это SPF 50, то, что мне сейчас надо. На улице влажно, я не хочу перегружать свою кожу дополнительным фильтром. Поэтому я не буду сегодня использовать еще средства для с SPF-фактором дополнительно отдельно кремовый. Я просто нанесу вот этот вот CC-крем с хорошим фактором защиты на лицо, и этого будет вполне достаточно. Идеально, прекрасно. То есть крем сам по себе очень хороший. Единственное, что неудобно, видите, вот из него чуть-чуть как-то так много вытекает, и вот приходится даже вот из крышечки набирать. Ну да, потерпим. За чуть-чуть добавим Dior корректор. У меня светленький такой. 0,1. Подозреваю, что есть еще и 0,0. Но мне вот, видите, хватает 0,1, потому что у меня есть желтый подтон в коже. Только в самый уголочек, вот сюда, где есть у вас либо мешочек, либо вот как у меня такой темный синячок. То есть здесь видны сосудики. Вот сюда я уже класть не буду плотные корректоры, потому что вот здесь они начнут скатываться, уходить в мимические морщинки, потому что когда мы с вами движем щечкой, да, вверх, вот здесь образуются морщинки у детей в том числе. То есть мы все живые люди, мы все движемся, улыбаемся, разговариваем, и обязательно сжимаются мышцы. Обратите внимание, у меня есть ролик, в котором я показываю, как удалить мимические морщины. И вот у меня их нет, как вы видите. Вот так мы смотрим, да. Мне 43 года, посмотрите внимательно, морщинок этих не должно быть в идеале. Если вы не курите очень много, не выпиваете, от этого образуются мешки, соответственно, растяжка и морщины. И если вы занимаетесь своим лицом, то есть делаете специальную гимнастику, какую, посмотрите, пожалуйста, в моем ролике. От Essence 2 в 1. Они есть, по-моему, всего в 3 цветах. У меня вот такой и цвет шампанского. Ну, написано waterproof. Ну, в общем-то, мы их проверим, да. Друзья, хочу сделать просто, ну, самый простой, да, вариант, без вообще нанесения базы. Поскольку моя база, к сожалению, от Vivienne Sabo абсолютно засохла, и придется от нее избавиться. Не знаю, почему они так мало живут. Но обратите внимание, эти базы не живут долго, знаете это. Будьте аккуратны, чтобы не остаться без средства, например, в отпуске. Так, кладем наверх чуть-чуть, буквально немножечко. Вот так вот, вот так вот. Хочу не выделяющиеся макияж, который не будет повторять никакую одежду, которая подойдет под всю. Так, чтобы в течение дня я могла переодеться и не подкрашиваясь, ну, если, конечно, он выдержит. Вот мы с вами и проверим в конце дня, выдержит ли он. И не подкрашиваясь, пошла куда-то еще. Куда я сейчас собираюсь? Я сейчас собираюсь забрать свою коробочку, точнее, гламбэг называется. Это подписка на средства косметические в такой косметичке от журнала Glamour. Если вы подписаны на сервис Glambag, напишите мне, пожалуйста, мне очень интересно, какая из косметичек вам понравилась больше, потому что я вот сейчас забираю только вторую. Когда-то я заказывала, а потом у меня было очень много средств, которыми я пользовалась. Ну, в принципе, я осталась довольна. В целом, этот сервис очень удобный. Быстрая довольно доставка. И мне звонят даже из пункта самовывоза, СДЭК, чтобы я забрала, не забыла. Ну, то есть,
Хорошо все поставлено. Что туда входит? В эти косметички входят средства масс-маркет. Это не класс люкс, это масс-маркет. И там все средства полноразмерные. То есть это не пробники. Терпеть не могу пробники, потому что потом не знаю, куда их деть. Бывают такие маленькие, что просто невозможно понять, какое средство вам подошло, какое нет. Попадутся случайные средства. То есть в чем лотерея и сюрприз в том, что вы не знаете практически никогда, что там будет. Иногда некоторые какие-то средства, одно-два, заявляются на сайте, чтобы привлечь как бы покупателя, да. Но в основном это большая лотерея. И да, бывают какие-то средства, которые не очень нужны, например, какие-то там помады для бровей или еще чего-то. То есть, если вы бешено не пользуетесь такими средствами в бешеном количестве, то, конечно, ну, я думаю, в принципе, вы сможете всегда кому-то их подарить, маме, бабушке, дочке, если у кого-то уже выросли дети. Так, давайте посмотрим. Ровно? По-моему, ровно. Ну вот смотрите, вот совсем прям нейтральные такие я делаю тени, дабы мне ничего не мешало. Так, сейчас я попробую новый лайнер Catrice. Посмотрим, какой он. Вот такая тоненькая довольно кисточка. Я делаю совсем тонкую линию. По форме напоминающие мои реснички. Вот так. И дальше продолжаю ее. Вот так. И прокрашиваю внутренний край глаза верхний между ресничками. Наши стрелочки готовы. И теперь смотрите, чтобы они не были такими яркими на день, вы можете взять просто кисточку, самый темный тон, который подходит к вашему макияжу, в данном случае это те же самые тени от Essence, и перекрыть чуть-чуть верх этой стрелочки. Вот так. Чтобы она не была такая темная. Таким образом вы можете менять цвет лайнера, при этом не покупая новые лайнеры. Это довольно просто. Поверьте мне, это не только для тех, кто умеет хорошо рисовать. Я думаю, что вы обязательно справитесь. Добавляете этого же цвета вот сюда, в самый уголочек. Перекрывая стрелочку тенями. И добавляете в самый уголочек. После этого чуть-чуть подтушуете, чтобы это выглядело без переходов, да? Более естественно. Смотрите, уже такая дымчатая, видите, получается стрелочка довольно быстро. Положили на вторую стрелочку тени, тушуем. И дымчатые стрелочки. И вниз я положила вот такой кисточкой, те же самые тени, вот так чуть-чуть. Вот сюда вниз. И полосочки вот эти вот, да, кончики стремятся вверх, как бы чтобы глаз вытягивать вверх, подтягивать. Для тех, у кого особенно есть верхние века опущены, либо контур лица немножко поплыл с возрастом, лучше всегда рисовать глазки вверх, чтобы как бы визуально подтягивать лицо вверх. Делаем брови. Быстро. Brow Drama от Maybelline. Вот такое средство. Я не пользуюсь дополнительно никакими средствами, не увеличиваю густоту бровей. Мне кажется, и вполне этого достаточно. Я не придерживаюсь мнения того, что брови должны быть максимально густыми. Мне кажется, что сейчас даже уже и не модно, насколько я знаю. Бешено прокрашенные брови какие-то очень густые, темные. Так что, знаете, это, дамы, не нужно делать цыганские брови. Ну, если, конечно, вы не цыганка. Это более такой естественный вариант, потому что когда идет прокраска бровей внутри, то очень сильно видно. А здесь просто, видите, я делаю такое тонкое оформление волосков. Так, теперь у нас будет тушь.
И поскольку на улице сейчас идет дождик, я буду использовать водостойкую тушь от Vivienne Сабо. Самая бюджетная тушь, которую я только могла себе представить. Таких у меня раньше не было. Все, миленький, 5 минут, я выхожу. Ты все? Где ты? Ух ты, господи, спряталась. Ага, 5 минут. Мой муж меня потерял. И нашел за занавеской у зеркала. Так, вот так. Ресницы внизу. Потому что иначе получается просто кукла. Это несерьезно в моем возрасте, мне кажется. Так, вот так. Нейтральные глаза. То есть макияж, не требующий никаких специальных цветов в одежде. Румяна. Буржуа, это оттенок Rose, сейчас скажу вам какой номер, 0602 Буржуа, Rose Ambre, такие румяна, приятный цвет, такими круговыми движениями я наношу очень-очень легкий такой кремово-розовый оттенок. Не стоит целью вечерний макияж делать, да, поэтому на день я использую любые румяна, но без сильного такого, может быть, перелива. Продолжим, то солнце, то дождик, непонятно, но погода очень сильно меняется, а на губы я нанесла Кико, вот такой карандашик, почему-то он завалялся у меня в сумочке, я не внесла его в обзор Кико. Знаете, что у них есть вот такие вот карандашки, это номер 06, вот такой у него цвет. И давайте, сейчас я покажу вам, еще сильнее нанесу, да, вот сейчас менее он такой, вот он, видите, отпечатывается, к сожалению, он очень мягкий, прям на зубах. Он довольно хорошо прокрашивает губы, но, по моим ощущениям, он суховат. Ну, в общем-то, это должна быть водостойкая помадка. Называется она Pencil Lip Gloss Kiko Milano и Crayon Gloss Malta Лицедамбра. Вот такое название. Ну, его, по крайней мере, удобно брать с собой. Давайте посмотрим, как он будет, насколько он будет устойчивый. Пока не могу вам ничего сказать. К своему макияжу я добавила вот такой вот хайлайтер от Essence Prismatic Rainbow. Он довольно ярко выглядит вот так. И очень ярко выглядит в сводчах. Смотрите, каждый цвет я набираю для вас на пальчик. И вы видите, что очень яркие, хорошо пигментированные. Но, когда вы набираете его на кисточку, смотрите, ничего такого не происходит. То есть никаких ярких цветов вы не увидите на своем лице. У вас будет такое ровное, хорошее, прохладное такое свечение. Ну, по-моему, все у меня готово. Я готова к выходу. Сейчас еще вот нужно будет что-то такое надеть. Может быть, цепочечку какую-то. Все, побегу забирать свою косметичку Glambox. Приду и проверим с вами стойкость макияжа. И снова здравствуйте, я уже вернулась, немножко потемнело, уже вечер, сделала все свои дела и, конечно же, забрала свой гламбэк, косметичку с такими подарочными вариантами продуктов, полноразмерными, но никогда не знаю, что там в ней. Итак, давайте для начала посмотрим, что осталось от моего макияжа за день. Приближусь сейчас к вам поближе. Вот так, чтобы вы видели. Значит, к чему у меня были претензии? Вот эти тени от Essence, которые у меня в двух цветах, как вы видите.
в прошлый раз, когда я накладывала их в ролики бюджетный макияж, продержались целый день, но у меня были абсолютно сухие веки, то есть на них ничего не было. В этот раз, как вы видели, я наносила крем CC от Avon, и, видимо, им не понравился этот крем, и он как-то подскатал их. Вот видите? Вот, посмотрите. Вот. Вот, посмотрите, он их как-то немножечко подскатал. Вот здесь я уже пробовала их как-то откорректировать, потому что было просто некрасиво, была очень темная полоска. Ну, в общем, тени скатываются на каком-то креме. То есть я подозреваю, что все-таки их надо класть либо совсем на сухой глаз, чтобы они прям вот каменно держались идеально, либо на базу, которую я, как уже сказала, у меня засохла. И мне пришлось ее выбросить. Так что пока базы у меня нет, приобрету новую, расскажу вам, какую приобрела. Зеркало уже такое все заляпанное немножечко пальчиками, каждый день его отмываю, и получается, что все-все на нем остается. Простите, ради бога, если вы это видите. Хорошо. Ну, в целом он продержался неплохо весь день, так что бюджетные средства работают на отлично.